самом сердце Евразии, под бескрайним голубым и чистым небом, вольно раскинулась новая прекрасная столица Казахстана – Астана. Это город с богатым историческим прошлым и нелегкой, но яркой судьбой. В разные годы он носил разные имена – Акмолинск, Целиноград, Акмала. И, наконец, 6 мая 1998 года, уже будучи столицей, получил новое, звучное имя Астана. Прошло 10 лет. За это время Астана из скромной Золушки превратилась в настоящую принцессу. Она удивляет и восхищает оригинальной архитектурой, прекрасными дворцами и огромными жилыми комплексами, воздушными мостами и поющими фонтанами. Астана утопает в зелени парков и цветников и завораживает удивительными памятниками и достопримечательностями. Символ новой столицы Золотой Байтерек, как ожившая легенда, проникает в душу. Моя Астана, овиваемая ветрами и щедро залитая солнцем. Здесь комфорт всех и каждого возведен в принцип. Здесь царит эстетика и гармония, а в высокие технологии вплетен тонкий аромат национального древнего кочевого колорита. Здесь, вопреки Киплингу, сошлись Восток и Запад. Здесь все для человека, все во имя человека. Астана – это город надежды. Астана – город нашей мечты. Это город великих возможностей и светлого будущего.